25 октября. Сегодня у нас какой там... Ну, срайся, камера. 28. Что у нас тут в Киеве творится? Между тем, часть жителей Украины проводит сегодняшний день не только в предвыборной тишине, но еще и в холоде и в темноте. А к избирательным участкам завтра им придется пробираться через сугробы. Южные и западные регионы Украины накрыл мощный циклон. Там завывает сильный ветер со снегом, занесло дороги, машины, детские площадки, мокрый снег налип на провода. В итоге без света осталось около сотни населенных пунктов в Одесской области, столько же в Николаевской. А еще 15 городов Херсона... в Херсонской и Черниговской областях. Причем погода, по прогнозу, будет только ухудшаться. Да ладно. Сейчас посмотрим. Ура! У нас тут зима началась. Снег, морозы. Налипший снег на проводах. Все, как и говорили. Все правда. Пойду на катке кататься, наверное.